Я знаю одно, мне нужно пространство, и ты должен дать мне это пространство. Я готов дать тебе любое пространство, я просто не хочу, чтобы ты уходила. Прощай. Когда ушла любовь, Картер Уэбб сделал то же самое. Я устал от Лос-Анджелеса, я устал от этой жизни. Привет, ба. Глазам не верю, я еще жива. Привет, я сделала печенье. Как из магазина? Да, испекла, завернула в пленку и положила на тарелку. Он здесь один-одинешенек. Своди его в кино. А ты представляешь, какой идиоткой я буду выглядеть? Эй, ты жив? Вот отдыхай. Расскажи про школу. Футбол, вечеринки, проблемы. Про что там Джон Хью снимал? Кто? Я очень старый. У нас тут не совсем 50-е. Оттягиваемся иногда. Будет вечеринка. Пошли со мной. Все отпадут, когда мы придем. Ты взрослый, умный. Точно, таинственный. Думаешь, что можешь припереться в мой район, и тебе рожу не начистят? Что? Разве Джон Хьюз не об этом снимал в «Завтраке»? Папа завел роман. Но самое странное, что злюсь я на маму. Я такой не стану. Пойду, а то она сейчас выйдет и будет смотреть на меня так, как будто я ее компрометирую. Прекрати винить во всем маму. Когда она была мне нужна, ее не было. Это большой мир, в нем куча дерьма и обманутых надежд, понятно? То есть между нами все? Да, все. Эдам Броди, Кристен Стюарт и Мэг Райан. Тому, кто потерял любовь, самое сложное – найти себя. Я горжусь тем, что умею слушать людей, но стоит мне с кем-нибудь познакомиться, только я один и говорю. Может, все-таки не очень умеешь? Может, не очень умеешь слушать? Да нет, я отлично слушаю. В стране женщин. Смотрите на экранах.